Экономические проблемы отражаются не только на ценах и курсах валют. Эмоциональное состояние людей страдает не меньше. И именно в таких ситуациях благоприятная, теплая обстановка в семье важнее всего. Поддержать свою вторую половинку можно разными способами. Забота, терпение и позитивный настрой должны стоять в трудные дни во главе угла. Вкусная еда, приготовленная по новому рецепту, к примеру, с острыми приправами, может стать спасением от стресса. Энергия страсти – это значит достижение целей. Вот, зарабатывай больше денег, давай, бери больше, кидай дальше. Вот такая энергия острая, вот пища такая острая, что-то очень кислое, такие очень яркие вкусы. Готовность выслушать и настойчивые расспросы – абсолютно разные вещи. Женщина может выплеснуть эмоции со слезами, мужчины же чаще закрываются от мира, чтобы один на один разобраться с проблемой. Поэтому быстрее этого достигают те, кого дома могут выслушать, понять и поддержать. Длительное замыкание в себе и мыслях, особенно негативных, психологи считают самым опасным вариантом. У нас у каждого здесь есть такой эмоциональный сосуд, и вот эта установка – это крышка. И закрывается, вот крышкой закрывается эмоциональный сосуд. И дальше эмоции в эмоциональном сосуде начинают копиться. Они копятся, копятся, и в какой-то момент пар вырывается. И мы называем это «сорвался», то есть эмоции вывалились. Разумная экономия средств также будет кстати. Временные шопинг-ограничения улучшат финансовое положение. И если такому примеру последует вся семья, это лишь станет доказательством готовности поддержать друг друга в трудные времена. Давайте будем внимательнее к близким.